Всем привет! Сегодня хотел вам показать, как убрать в ОБС высокая нагрузка на ЦП. Первым делом вы заходите в настройки кодирования. Если у вас слабый ПК, как у меня, ставите настройки, как у меня. У вас будет вот здесь вот сколько у меня стоит. Это 1720p. А если 800, то это 480p. А если 3500, то это 1080p. В трансляции можно ничего не менять, как вы хотите. Здесь выбираете все по своему вкусу. Здесь лучше вот кадров в секунду 15 FPS, ну, смотря какую игру записываете. Если CSGO, то там больше FPS надо ставить. Там 30, например. А если такие, как Гарри или какие-то такие игры, то 15 сойдет. У меня вот 15 стоит. Здесь вот масштабировать разрешение. Здесь вот 1280x720 ставили. Здесь билинейный, быстрый. Нажимаете применить. Расширенный. Здесь оставить все как у меня. Приоритет процессора низкий. Время буферизации сцены MS-396. Предустановщик X264. Ультрафаст. Профиль кодирования Mine. Интервалы ключевых кадров 2 секунды. YouTube рекомендует. И дальше вот ставите все как у меня. ОБС вы настроили. Теперь заходим в диспетчер задач. На каждом виду Windows по-разному. Windows 8 и 7 и 8.1. Там просто надо зайти в диспетчер задач, выбрать ОБС, вот так правой кнопкой мыши, и там у вас будет кнопка, сейчас скажу какая, задать приоритет или что-то типа такого. А на Windows 10 вы заходите в диспетчер задач, подробности, ОБС. И надо включить, например, трансляцию, и чтобы у вас собралось. Давайте я предпросмотр нажму. Вот видите, пишет: внимание, высокая нагрузка на ЦП. При кодировании уменьшите качество в настройках. Вот, захожу в диспетчер задач. Выбираю ОБС. И надо, чтобы обязательно была трансляция включена. Если вы включаете и включаете, то тоже так же надо делать. Вот задать приоритет. Приоритет. Высокий. Ок. Все. Вот сейчас давайте что-нибудь по делу. Так. Открываю. И тут нет, видите, ничего. Всем спасибо за просмотр. С вами был Авул. Всем удачи. Всем пока.